Здравствуйте, друзья. Мы с вами в китайском ресторанчике, да, Света? Он китайский, корейский, со всеми делами, там не знаю, чего еще в нем есть. А мы проголодались. Вот это повод такой. Начинается с чайку азиатского, одновременно с тем, что мы изучаем меню. Меню такое... Друзья, да, если да, вы конечно, видите в меню красненькое, это значит, что оно, Света? Оно остренькое. Остренькое. Слишком вот. Остренькое. Смотри, есть сифуд здесь. Довольно. Да, понимаешь, но оно не входит в family dinner. Да, друзья. Но вы... Мы видим... А вы же, вы это, же, это сифуд. Это chicken salad. Так это же не тот. No, that's a wonton. No, it's coming too. No, это для того, что какой сифуд. Это супчик. Это какой супчик, Лёва? Сифуд. Сифуд. Рыбный супчик. А еще будет другой супчик, нам принесут тоже. Мы отдельно посмотрим. Так. А вот еще тарелочка. Эту тарелочку должны разлить нам со Светой на две чашки. Вот смотрите, что сейчас. Я плес. Я чуть-чуть. Вот, нам ее разливают. Видимо, та тарелка такая большая, что на всех. А вот это нам просто с тобой на двоих. Да-да-да. Да, она спросила, это правда. Мне горячо, поэтому я начну. Вот такой супчик сейчас жижу дособерут. И унесла, главное дело, смотри. Унесла. У нас блюдо называется му-шу. Два слога. Это что тут такое мелкое? Это соус. Это соус. Им нужно, а это блинчики. Значит, каждый... Нужно взять блинчик, положить соус и положить мясо. Давайте кто-нибудь, кто будет показывать? За вами смотрит... Вся страна. Весь мир, Света, весь мир. Весь мир. Да. Это капуста, честной, мясо. Да? Весь честной мир смотрит. Капуста с мяском. Теперь поливаешь соусом. Подожди. Можно здесь полить. Ну, видимо, надо положить четверть тарелки, потому что иначе останется мясо потом. Не бойся. Они так. Острые, этот соус? Нет. Так. Попробуем. Кладем. Так, Лёва начинает сворачивать. Давай, Лёва. Ты эту мушу раньше мушувал уже? О, нет. И вы с нами кушали. Да. Вы забыли. Я забыл. Мы ели блинчики такие с капустой. Подожди, так, как же соус, Лёва? А ты уже побрызгал? Да, да. Никакой капусты не было. Так. Алла, же ты будешь брызгать соусом? Нет, никогда. Он острый? Я не знаю, я соус так не люблю. Мне достаточно. Тоже. И... Сейчас. Так, только засказано. Показывай. Засказано. Так, без всякого соуса, друзья. Ну как? Хорошо. Света, давай мы с тобой тоже подключимся из голливудского режима в такой, в гражданский. Вот, друзья, за мной даже немножко ухаживают. Продолжают поступать блюда к нашему столу. Я, вы видите, я даже еще не прикоснулся, потому что... Вот не успел. А это креветки в сладком горошке. Или как это называется? Вот. Как по-английски я уже говорю. Prawns with sweet peas. Да? Как что-то такое? Snow peas. Такой тонкий, да. Такой горошек. Отлично. А это, друзья, рис. Я вложила ложку. Это не просто рис, а рис жареный. И не просто жареный рис, а со всеми причиндалами. Да. Такая вот, такая жизнь. Все, друзья. Значит, аппетит разыгрался. Пора. Пора и характер проявить. И это, друзья, последнее, что у нас сегодня к ужину. Называется Sweet and Sour Chicken. Это такой, грубо говоря, так, курочка в кисло-сладком соусе. Я бы так перевел на русский язык. Это называется лишний, который мы взяли. Это мы на всякий, да, взяли про запас. Если вдруг надо будет догонять чем-то, то чтобы было. Вот. А если чем-то не догнали, можно с собой забрать, в случае чего там, значит, или коту отдать, или... Нет. Или на завтрак. Вот, друзья, значит, наши эти fortune cookies. Вот мне тут написали, что та время подходящее, чтобы друзей заводить. Лёва, что у тебя написано? Что я никогда
я не вижу тут. Да, скрутилось. Чего пишут? Да. Без очков не вижу ничего. Да, я скажу. Да. Что говорят? Ты никогда не остановишься перед тем, чтобы решить сложные проблемы. Так, это пожелание такое. А у тебя что? Мне написано, что ты сейчас собираешься, ты скоро поедешь к морю. Ну, это недалеко у нас тут. Слушай, а вот это интересно. Давай. Конечно. Где из вас, друзья, кто может читать счет кверх ногами, те увидят, что нам за все про все сколько там? 83,5. 83,5, ну там типов надо дать. Допустим, еще 12. 76. Ну, в общем, где-нибудь 90 там. С копейками там меньше $25 на нос вместе с чаевым. Bon appétit, excuse my French.